Всем ассаламу алейкум. Сегодня мы будем готовить шашлык из баранины, из мяса баранины и, конечно же, из рыбы. Вот у нас баранины. Баранина, мы его нарезали, помыли. И рыба у нас, сазан. Мы его помыли хорошенько. Почистим сейчас. Мы его пока не почистили. Сейчас будем чистить хорошенько его. И, конечно же, нарезать. Вот мы уже начали резать, убираем голову. Очень быстро так убирается голова. Там мне уже помогает муж тут, так как не так уже и удобно получается, да, убирать голову рыбы. Рыбу разделать, большую рыбу, не так уж и легко. Вот, сейчас мы будем его нарезать. Чистим. Вот, это мой сынуля. Бомбы в нас бросает, как бы, играется. Нарезаем нашу рыбу. Мы сейчас их будем так резать, а потом посередине еще будем резать, так как мы их будем накладывать на шумпулы, и чтобы было удобно, мы их будем еще раз посередине нарезать. Потом уже вот мы уже нарезали все и добавляем соль по вкусу. Но чем больше соли в рыбе, рыба бывает вкуснее. Добавляем перец, вот лимонный сок, один лимонный сок, сок одного лимона добавляем. Добавляем еще розмарин. Розмарин у нас растет во дворе, он очень такое растение, оно быстро растет. У нас тоже есть во дворе. И, как вам сказать, очень подходит к мясу, а к рыбе почему? Рыбе он убивает запах рыбы. Не такой сильный уже дома стоит запах, когда добавляешь туда розмарин. И еще один лук. Вот мы его натерли на терке мелкой. Нужен сок, чтобы впитал в себя, чтобы мясо, рыбье мясо впитало в себя сок лука. И уксус, чайную ложку добавили. Тоже для аромата яблочный уксус добавили тоже. Чайную ложку масла, растительное масло. Это все мы, если честно, добавили, можно сказать, на глаз по вкусу. Но получилось очень вкусно все. Было очень вкусно, очень аппетитно, очень сытно. Вот, сейчас мы маринуем и, конечно, закроем. А это мы уже готовимся к баранине. Мы нарезали лук, добавили сюда приправу мясную, кекликоту. Мы сюда добавили черный перец и соль. Сейчас еще добавим половину лимонного сока. И вот, смотрите. Сейчас я это добавлю в мясо и буду перемешивать с мясом тоже. Тоже я, чтобы лук, вот эти приправы, все вот перемешались, вот эти запахи, ароматы, все было ароматно. Сюда мы тоже, кстати, добавили розмарин. У розмарина тоже есть свой такой ароматный запах. Добавляйте его. А в честь чего у нас это было? У нас, у нашей бабушки родился первый правнук. Наш с мужем первый племянник, получается, ну, моей с мужа стороны, получается, первый наш племянник тоже, вот. Наш, не как бы не племянник, а внук, да, нам получается первый, а бабушке правнук, вот. И этот, мы его встречали, он у нас родился. У нас как раз заловка тоже была у нас в гостях. Вот, мы решили его так встретить. Дети тоже были радостные. Вот, у нас жарится уже шашлык. Смотрите, какой он красивый такой, насыщенный такой цвет.
И мясо было очень мягкое. Не бойтесь добавлять в мясо уксус. Ну, конечно, есть ему своя мера, но когда уксус добавляете, яблочный уксус, становится мясо мягким. А тут у нас было и уксус, и был половина лимонного сока было, лук замариновали, мы его 2 часа. На 2 часа оставили. А вот у нас уже рыба. Рыбу надо жарить на очень медленном таком огне, чтобы не сильный был огонь. Чтобы оно медленно жарилось. Не подгорело сразу, а медленно. Вот мои дети тоже встречают своего племянника, скажем, да, он им племянник. Мусаб наш. Все, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь.